Только пришло сообщение, у меня сразу ноутбук погас. Привет. Джуси, здорово. Фух. Привет. Так, мы прошли вчера 4 главы, кстати говоря. Ой, что-то лежит. О, нормальный, незаметный такой фрагмент. Нет, я не красила волосы. Просто, когда у меня еще один свет включен, я более рыжая кажусь. А на самом деле у меня такой цвет, как ты видишь сейчас. Он более каштановый. Сейчас более реалистичный цвет. Но тут как бы сложно с камерой справляться. Она иногда искажает мои волосы, делает их рыжими. Я не совсем рыжая. Привет, Гатита. Короче, началась бесячая глава с невидимыми врагами. Я очень ее не люблю. Сейчас просто у меня вообще одна всего лампочка в комнате. О! Видели, мимо медсестра как будто прошла. А, вот, для того, чтобы было полное погружение в игру, чтобы было более темно в комнате. Слушайте! Так вот она, наверное, больница. Вот она во что превратилась. Вот это психиатрическое. Видите? Вот эти двери с решетками, через которые можно видеть этих медсестер, да? Блин, ну мне страшно. Вот это самая страшная глава. Боюсь. И тут в конце будет это... Ой, кто-то кашляет. О, здесь кто-то есть? Кто здесь? Косаточка, привет. Скиди, привет. Привет. Ты уже в эту игру катаешь? Она мне нервов много помотала. Майкл, здорово. Да, ну... Я просто вчера ждала анонс Evil Within 2 и начала играть перед этим вот в эту игру, которая мне очень понравилась. Она прям вот в стиле моих любимых ужастиков. И Resident, и Silent Hill напоминает, и вообще очень здоровская. Сюжет мне ужасно понравился. Вот, и вчера был анонс, и я вообще сейчас с таким удовольствием дальше в нее играю. Такой клевый трейлер был. Привет, Ардан! Советы? Слушай, я видела все и даже хотела попробовать, но у меня сегодня реально не было времени на это. Спасибо тебе за советы, я пока не пробовала, но на будущее мне это все очень пригодится. Кто-то рычит! О! Не, это глюк был. Мне вчера метро тоже очень понравилось. Во, круто, что вы начали обсуждать вчерашние анонсики. Ори, да, Ори. Помните, ну, я сама лично Ори до конца не прошла, но там был такой момент с большой-большой такой совой. Ну, типа босс или что-то такое. И, походу, в новой игре мы будем помогать маленькому совенку. Это вообще так здорово. И еще я почему-то... Ну, я Ори до конца не прошла, но сейчас мне показалось, что Ори — это какой-то дух. Это вообще очень странно. Сириус, привет. Вот, а метро — это классный трейлер, и даже если это постанова была, игра, походу, будет просто суперская. Ну, вообще, то, что новая игра в этом жанре, я рада. И первое, и второе метро мне очень нравится.
Я люблю постапокалипсисы, так что да, метро я тоже очень довольна. Да мне, кстати, даже Assassin's Creed понравился. Ну, правда, геймплей, когда показали, уже меньше, а вот трейлер такой офигенный был. Чего я во все двери-то просто так захожу, и ничего там нету? Милкософт. Что сказал про свою новую коробку? Слушай, я не поняла, зачем нужна их игра вообще, ой, их консоль новая. Я вот не поняла, зачем ее нужно покупать, если все игры выходят и на Xbox One, и на вот этой вот Xbox One X, или они выходят и на ПК тоже. Тоже там бред какой-то получается. Там, по-моему, один или два эксклюзива было, и то, короче, это не эксклюзив. Кстати, самое крутое, что вчера показали. Это, конечно же, была последняя игра Атом, или как ее? Где ты? Да блин. Да блин, я не вижу его! Опа. Да чтоб тебя! Как я ненавижу эту главу с невидимыми врагами! Да сожри меня уже! Я еще ни одного трейлера не смотрел, себе триггерит. Ну посмотри, зайди на сайт этот GameMag, там все трейлеры вот так по порядку разложены. Ори — это ду дерева, вокруг которого вертелась первая часть игры. Короче, я первую Ори до конца не проходила, я немножко смотрела, как у меня друг играл. Вот, поэтому, можно сказать, так и не поняла, кто такой Ори и что там происходит, поэтому буду обязательно на стриме проходить эту игру. Вот, хочу пройти на стриме. Эйдзем. Не понравилось? Ой, мне так понравилось, я прям вообще не могу. Причем она и на PlayStation выходит. Я это потом только поняла. Что выходит-то она, оказывается, на всем. Вот. Это просто супер, это что-то типа... Блин, как же эта игра называется? Блин. Что-то типа Destiny, да? Только еще круче. Там такие локации крутые. Что-то типа Destiny, кооперативное прохождение, но мир такой классный. Мне больше понравилось, чем Destiny. Может, ружьем его? Да я! Да не, ну то, что это светящееся животное, которым играешь, это я поняла. Не вижу нифига. Может от них просто уходить, а? Как вы думаете, надо их убивать или нет? Всем привет, кто пришел только что. Ага, у меня заканчиваются патроны. Плохо дело. Сейчас попробуем тут пособирать припасов. Пройди. Насчет совы там все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Там мне показалось в трейлере, что у этого совенка умерли. Как будто его родители умерли. Черт, мне страшно! Так, я ждала BioWare, новую крутую сингловую RPG. А выйдет еще одна Destiny. Вот, я рада, что
наподобие Destiny. Ну, как бы сначала мне тоже не очень вроде. Опять что-то про космос, ну такое. Ничего нового. Ну, блин, а там такой графон, а. Так, где-то были патроны. Я почему возвращаюсь? Я хочу патроны найти. Вдруг там патроны для ружья были? Вот в шкафчике. Ай, нет, для пистолета. Слушайте, если скоро будет босс, я, конечно, пожалею, что столько патронов зря потратила. Все-таки я не на нормале играю. Кооп. Да, так Гатита столько кооперативных игр выходит. И там кооп, и игра Побег тоже кооп будет. Очень много кооперативных игр, которые мне понравились. И я буду играть с кем-нибудь из подписчиков, конечно. Не знаю, будем проводить аукцион, если кто-то захочет со мной поиграть. Сколько... Привет, Керриган. Сладких слов сказано про Скорпио. Кстати, да, она настолько мощнецкая. Но зачем она нужна, если игр эксклюзивных не будет? Вот... Да, они очень много хорошего про нее сказали, но, блин. Sony все равно их сегодня уделают. Half-Life 3? Не знаю, что насчет Half-Life 3. Не знаю. Ничего насчет этой игры. Похоже, мне надо спуститься. Хреново. Что я могу сказать? А, про первую часть все не так однозначно, да? Ну, я когда пройду игру, мне будет, конечно, тоже более понятно. Ничего здесь нельзя забрать? Нет, нельзя. Ну, кстати, вчера говорила, что главный герой, даже если будет не Себастьян Кастеланос, то ничего страшного, а сейчас, когда увидела его... Мамочки! Крыса, блин, со статуэткой. Вот, а когда я его увидела, он мне так понравился, вот в новом обличии, он какой-то более брутальный такой стал. С бородой. Там вроде как 3 года прошло. Еще же Вольфенштейн был новый, мне очень понравилось. Я, кстати, вставала... Не, мне не очень понравилось. Ну, я просто в первую часть не играла. Или сколько их там, этих частей, не знаю. Я вставала сегодня в 7 утра специально, чтобы посмотреть этих... Бесезду, да? И вот ничего не понравилось, кроме... Блин, сейчас, погодите. Кроме Evil Within мне ничего не понравилось. Но я ради него и вставала, можно сказать. Да-да, его оставили. Главный герой будет опять. Коди, привет! Я просто рад. Е3 показали новую часть Life is Strange. Кстати, да, Life is Strange, я тоже очень рада. И я же в первую часть не играла, и когда показали, я решила, что обязательно пройду первую часть. Я вообще так смотрю, Life is Strange, все, надо первую часть проходить. И в этот момент на сайте Game Bomb, ну, точнее, не на сайте, а на канале Game Bomb, на котором я смотрела, ну, на русском языке Е3, там чувак просто берет и спойлерит первую часть, концовку. Так что, ну, я теперь пройду тоже, все равно я пройду Life is Strange, но я так расстроилась вообще. Вот только у меня мысль проскользнула, типа, надо первую часть пройти, и тут он берет и концовку рассказывает, козел. Да я поняла, что это офигенная игра, но я теперь знаю концовку. Показали всего 2 новых игры. Не, вчера, кстати, несколько новых игр было. Не 2, больше 2. Блин, что-то мне так страшно. Не хочу я ни с кем драться. Пустите меня. Патроша. Одна патроша. Черт возьми, куда идти-то?
Где выход? Где дверь? А, вот. Да, да, мне сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, невидимые враги. Как я вас ненавижу. Скорей, скорей, скорей. Скорей, скорей. О, карта-ключ. А-а-а, ломится! Нетушки. Да заходи в меню скорее. Да. Да блин, а нет же! Только вылечилась. Пусти меня! Не хотела ничего тратить, блин, потратила аптечку. Я вчера так это посмотрела на новую консоль и решила, что мне нужен новый ПК. Не, ну кстати, если честно, уже действительно достали стримы с лагами. Даже какие-то элементарные игры лагают. Вот настолько надоело. Ну, не знаю. Новая консоль вот мне действительно не нужна. Да, мощная. Это все, конечно, круто, но я в новой консоли сейчас смысла не вижу. Лучше действительно ПК обновить. Ну, мне, а вообще, может, кому-то и... Кому-то, может, новая консоль и понравилась. То, что она супер мощная, еще и небольшого размера. Это круто. Так, ружьишко. Кстати, у меня есть две аптечки. Три гранаты. И вот здесь куча всяких патрончиков. Угу. Ой, Рувик. Рувик. Рувик ушел. Да ё-моё, вот опять. Ваши сообщения не приходили, не приходили, а потом резко целая куча пришла. Ноутбук, короче, тоже подглючивает. Сейчас прочитаю, подождите, пожалуйста. Сколько тебе лет, если не секрет, учишься где-то или работаешь? Расскажи о себе, а то я новенький, ничего о тебе не знаю. Майкл, я не люблю про свой возраст говорить, мне больше 20, вот, и я работаю. Все. Если что-то еще интересует, спрашивай. Отучилась уже давно. Две концовки, так что ничего страшного. О, хорошо. Коди еще один. Привет. Два Коди на моем стриме. Я тоже слышал спойлер, но забыл, слава богу. Да, это хорошо. Так, Life Strange меня достал, говорит Керриган, на третьем сезоне. Прям вообще ни о чем. Ну и все равно хочу пройти его на стриме. Wolfenstein прошлый был очень хорошей игрой. Не люблю шутеры от первого лица, но это прям очень круто было. Когда увидел трейлер нового Life is Strange, я орну. Я знаю, Коди, что ты очень любишь эту игру. БДО будет на Xbox'е. Да, еще какие-то... Какой-то новый Майнкрафт будет на Xbox'е. Два Коди. Да, причем я его тоже называю Коди. Извини, конечно, просто мы первый раз вдвоем пришли на мой стрим. Так, ладно, с горем пополам прошли вперед чуть-чуть. 40к? Подожди, $500. Почему 40? 35 где-то. Slim версия 29. Ой, мамочки! Я застряла, и я не помню эту загадку. Привет, аллигатор. Кодя? Хорошо. Привет, Варк. Так. Я так люблю музыку из этой игры.
Фикс Ваниш, привет. Ураню Урану, беседка, отстой второй год кряд. Кстати, в 11 часов будет Ubisoft. Я жду Rayman 2. Не знаю, я просто слышала такой слух, что может быть Rayman 2 будет. Rayman один из моих самых любимых платформеров. Я что, угадать тут что-то должна? Черт! Кажется, не угадала. Привет, Лекс. Ой, дела-то как хорошо. Сейчас для геймеров, для всех, наверное, отлично дела, потому что... потому что Е3 самое долгожданное время этого года. Ори мы уже обсудили в самом начале стрима. Бери новый Xbox вместо компьютера. На кой черт мне новый Xbox? Стримлю-то я через компьютер, и стримы лагают. Так, во все дырки посмотри. Хорошо, сейчас посмотрю. Rayman Legends полностью прошел, тоже жду продолжения. Да-да-да. У беседки нормальная конференция была. Коротко и по делу все показали. Ага, в 7 утра это казалось не коротко, я тебе хочу сказать. Да, Лекс, к началу стрима, молодец. 20 это только начало, это все, что я успела прочитать. Ну, конечно, только начало. Так. Здесь чувак что-то сидит. Что я могу здесь заметить? Посмотри во все дырки. Смотрю. Может, надо на рисунки на стене как-то обратить внимание. А-а-а, я видела здесь подсолнух. Сириус, ну я очень ждала Е3. Вот здесь я вижу подсолнух. Ха! Я думала, опять ошиблась. Silent Hill Homecoming? Да, который тоже надо на стриме как-нибудь пройти. Тут есть что-нибудь? Интересненькое. Да, немножко мозговой жидкости. Новый Xbox бессмысленен, там эксклюзивов нет. Да! Вот именно, зачем он нужен тогда? О, записка из подземного комплекса. Вот как можно так сильно облажаться, выпускать новую консоль и не делать на нее вообще ни одной... Они, кстати, вначале же сказали, у нас сегодня мы вам покажем около 40 игр... 42 вроде. Из них 2 эксклюзива. Я думаю, ну, немного эксклюзивов. Ну, ладно. И чё? Где эти 2 эксклюзива? Они там или временные, или какие-то неважные оказались. Завтра уезжаю к бабушке на неделю, так что придется сегодня пройти Гарри Поттера. Майнкрафт 4К такой ржать. Да. Вот, а, и самое смешное, что из этих 40 игр штук 20 просто они показали каких-то инди так быстро. Ту-ту-ту-ту, я думаю, блин, а! Привет, Милкейк. Почему тебя веселит проткнутое шипами тело с вытекающей кровью? Потому что меня эти шипы до этого проткнули, а тут они проткнули не меня, вот я и обрадовалась. Все, записка из подземного комплекса. Он лжет, и при том собственному сыну своей плоти и крови. Это возмутительно. Ушла в лучший мир. Что за лицемер? Что за тупой святоша? Я знаю правду и знаю его лучше, чем он сам. Кстати, да, и честные 4К, и честные 60 FPS. Вот. Он снова пытается меня наказать. Ему всегда не нравилось, что мы так близки. Ему кажется, что он сможет использовать это против меня. Да за кого он меня принимает? Лаура жива. Вот кто это писал? Рувик? Сейчас, если вспомнить, то у Рувика вот эта сестра, по-моему, Лаура. Ой-ё! Так, и... Я не помню, что здесь надо выбрать.
Нет! 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 Окей, сейчас быстро сделаю. Вот попала бы я в такую ситуацию, меня бы уже 100 раз зарезал. Хвастались мощностью новой вентиляции. Ну да, водяное охлаждение. Так, я говорю, посмотрела на эту презентацию и захотела себе нормальный ПК почему-то сразу. Это надолго? А что тут надолго-то? Вот тебе подсолнух. Да? Нетушки. Давайте без Майнкрафта на моих стримах обойдемся. Сейчас Twitch позволяет менять скорость просмотра записи. Глянул вчерашний стрим и что-то орнул немного. Ты что там в быстрой перемотке смотрел? Вот что я должна тут заметить, а? Ага, 500 баксов. Нормальная циферка, да? 500 баксов. Ну, понятно, что для таких мощностей это... Может быть, даже они еще и дешево сделали. Привет, профайл. Все? Две дырки? О, еще одна загадка, ёкарный. В принципе, если Sony ломает разработчиков пилить игры для прошки в 60 FPS, то Xbox накроется медным тазом. Ну, американцы все равно будут покупать Xbox, скорее всего. Вот в России он не будет иметь, мне кажется, популярности. Опа. О, я вспомнила, будет такая загадка, куда надо будет в мозг вставлять такие штуки. Это вообще... Вот почему я обожаю Evil Within, тут столько кровищ и всяких остальных приколов. Кстати, на конференцию Microsoft мы столько всякой фигни в Макдональдсе сегодня купили. Так, и что из этого выбрать? Давайте вот это. Просто женская логика. Первые два раза был первый кружочек, и на этот раз был второй кружочек. Просто женская логика. Поглощение сознания подопытного, симптомы. Острая боль в стволе мозга у точки введения. Затем, по мере расширения капилляров, постепенно усиливается кровотечение. Со временем деградация эго порождает суицидальные наклонности. Подопытные забывают, кто они, становятся податливыми, словно глины. Их можно превратить в мое подобие, но не в меня. Что-то не дает мне полностью удержаться внутри. Вот, смотрите. Нам начинают потихонечку объяснять. Больше в медленный. А тебе надо было помедленнее смотреть. Понятно. Что хотела сказать-то? Да, нам начинают объяснять, короче, то, что Рувик пытается вселиться в кого-то. Ствол мозга? Я не знаю. А как ты думаешь, по мне заметно, что у меня есть ствол мозга? Так охота. Xbox новый? Хм. Ну смотри, если у тебя нет нормального ПК, то можно купить Xbox, несколько игр на него. Кстати, то, что есть обратная совместимость с первым Xbox, там есть несколько очень клевых игр. Например, первый Ninja Gaiden я бы хотела пройти. Джозеф. Вон Серега говорил, что... Как эта игра называется? Конкер? Типа Конкер офигенная игра. Я уже ее плохо помню. Стаком, привет. Потому что... Майкл, сейчас я тебе отвечу.
Мне понравился трейлер Assassin's Creed, но когда показали геймплей, ё-моё, опять обычный Assassin's Creed. Если будут интересные задания, правда, как они сказали, RPG-элементы, тогда да. Сейчас. Так ты, Коди, хочешь какой Xbox? Xbox One X? Или просто Xbox One? Или Xbox 360? Так вот, Майкл, почему? Потому что... Я стримлю не ради денег и... Как бы... Мне удобнее стримить на Twitch, у меня здесь уже есть мои друзья, которые давным-давно уже ко мне заходят. Больше 2 лет я уже стримлю на Twitch. Вот, мне здесь удобно стримить, мне здесь как-то вот... Я быстро все запускаю, понимаю, как настроить Twitch. Не знаю, я вот полюбила я Twitch, короче. Я хотела недавно попробовать на YouTube, ну так, чисто, чтобы не перекидывать трансляции, там, например, с Twitch'а на YouTube. Я же трансляцию туда записываю. ВТФ. Привет. Let's get out of here fast. Но у меня комп не тянет. Мультистрим, он уже не тянет, короче. Не знаю. Я сегодня, кстати, сделала больше оборотов вентиляции. Как это сказать? Короче, у меня вентиляция теперь сильнее обдувает мой процессор. Может быть, перестану лагать стримы. Хотя бы вот на таких играх, на простеньких. Либо One X. Но большая разница. One X под 40 тысяч, а Xbox One сейчас можно за 10, за 15 тысяч найти. Потому что он нафиг никому не нужен. Twitch самое зашибись, остальное от лукавого. Ну, на данный момент я обожаю Twitch и буду стримить на него. Может быть, там чисто какой-нибудь... А, смотрите, какие тени убогие! Какой-нибудь мультистрим, может быть, потом сделаем. Так, давайте мы прямо сейчас включим обратно тени и как раз проверим вентилятор моего процессора. Вот интересно, то, что он его охлаждает, может быть, это поможет? Может быть, можно обратно тень включить? Я не играла ни в один Ассасин, и мне норм. А, ты хочешь поиграть в новый Ассасин, понятно. Да, просто как хобби. Ну, мое хобби это именно играть. Я настолько обожаю играть в игры. А стримить так еще круче. Мне еще больше нравится. Всем привет! Привет, привет, привет. Twitch на самом деле только из-за его популярности. Технически он херовый. Да, я знаю. Вот, включаем обратно тени высокие. И вы мне скажете, если будет стрим лагать, значит реально из-за теней. О! Высокие настройки теней. Это у нас вот такое вот. А, все, загрузилось. Фу, тени вернулись. Слава богу. Без теней-то как-то совсем ужасно. Сглаживание выруби. Не, я не буду ничего вырубать. Мое хобби смотреть, как ты играешь. Это хорошо. По идее, знаю. Знаю такую игру. Но сама в нее не хочу играть. Привет! Павтик. Опа! Ах, я лошара, у меня был свет включен. Так, если что, я их подожгу. Все, идите сюда, зараза. О, я себя подожгла. Нормально, нормально. Очень даже хорошо. Ха-ха. Привет, Альтаир. Ну чё, как тебе, как ты говорил, похороны Microsoft или что-то наподобие? Да, метро новое жду.
Жду метро и буду брать его, и вообще очень жду. А чё, так можно? Оказывается, можно пинаться. Блюхипо, привет. Выруби лимит частоты кадров. Вот оно тебе не надо совсем. Лимит? Так, где у меня лимит частоты кадров? Ну, тут два варианта. 30 FPS или 60 FPS. Ты чё хочешь, чтобы я в 30 FPS играл? Вот значит, что ты хочешь. Ой. Что-то как-то страшно сейчас было. Так, забираем припасы и валим нафиг отсюда. Пока этот дядя не встал, а? Метро, заскриптованный момент показали. Как всегда, в итоге этого момента наверняка не будет. Так пускай этого момента не будет. Ничего страшного, будет этот момент, не будет. Главное, чтобы были эти соплезубые крысы, понимаешь? Вот что самое главное. Чтобы была такая природа, которая там была показана. Не, я точно буду играть в метро. Это стопудово. Мне и до этого, кстати, графон в этой игре. Да-да-да, там такие саблезубые крысы. Просто супер крыски. Вот, и все две предыдущие части очень хорошие были. Сабли! Ори 2 очень понравилось тоже. Ну, если честно, до E3 почему-то сливают очень многие анонсы. И про E3, и про Evil Within я знала уже заранее, то, что их анонсируют. Про метро, да, не знала, правда. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то дядька висит. Есть шансы, что он не свалится, а? Зашевелился, нет? Показали, что медведь... А, медведь же, да! Точно! Да-да-да, и медведь там был. И медведь там был, мед пиво пил. Ну, вот если вот такая стрельба будет, такие звери будут. Ты что еще надо? Все, нафиг, я пошла отсюда. Надеюсь, он его там не убьет. Wild Wind, привет. С каких пор E3 стал платформой анонса всех игр? Каждый сливает инфу тогда, когда им нужно. E3 просто... все. Ну, не знаю. Я думала, что самые крутые анонсы показывают именно на E3. И все так думают, мне кажется. Привет, привет. Видели Crackdown? Ой, да ну нафиг его. В трейлере не показали никаких разрушений. Да, там вроде как разрушения будут в онлайне, но разрушений не будет в сингл-компании. Что-то такое. Anthem, наверное, самое офигенное, что показали. Но это не эксклюзив Microsoft, так что то, что они показали под конец эту игру, это очень странно. Пиздуны. Простите, Лекс просто так смешно написал. Ой, не могу.
Давай быстрее открывай. Шо, не дала ему с ноги по лицу? Кому? Кому надо дать с ноги по лицу? Вставайте в очередь. Просто Electronic Arts выбила время для себя в конце. А, ну, возможно, да. Так, внизу у меня стоят гранаты, и у меня еще одна лечилка. Одна лечилка! А, и две аптечки нормальных, больших. Что-то вообще какие-то проблемы. Петька, привет! Какие-то проблемы с припасами? А я чувствую, сейчас какая-то жопа начнется. Что это за звук такой? Ой! Фернандо, или как тебя там? Ты чё, сдурел, что ли? Фу, блин, он зомби. Да, ну просто они сказали, что будет пару эксклюзивов. Вот я и поверила им. Петь, ты в порядке, нет? Как может быть Evil Within 2, если он выходит осенью? А ему с ноги? Это Evil Within 1. Совсем один. Слушай, давай... Свалим отсюда поскорее. Кем работаешь? Финансовым считальщиком чужих денег. Нет, просто много таких людей, которые спрашивают, кем работаешь, где учишься, сколько лет, где живешь, там и есть ли парень, все в таком духе. А я не хочу на такие вопросы отвечать. Привет, папарацци! Ой, делишки прям вообще замечательно. Отлично все. Бабка-проценщица? Кто я? Чем дышишь? В данный момент гамбургерами из Макдональдса. Кстати, хотите покажу, сколько... Да, 40 или 50, где-то между этим. Хотите, покажу, сколько я купила всего в Макдональдсе? Ладно, потом покажу. Буду хвастаться. Я хочу в 4 утра, как вот, как говорится, нажраться на радостях. Только все будут, наверное, алкоголем нажраться, я бургерами. Давай, Коди, пока. Хьюстон, у нас проблема возгорания в системе слежения за комментариями? Я, по-твоему, медленно читаю комментарии? Ну да, бывает. Что такое? Смотрите. Все какое-то черно-белое. Эй. Кажется, меня уже здесь начинает глючить. Я думал, здесь я буду в порядке. Где-то между 50 и 40. Да, буду, конечно. Я, по-твоему, зачем бургеры покупала? Чтобы вас дразнить. Оп. Пациенты психбольницы заявляют об издевательствах. И это только верхушка айсберга. Сенсация. Она их вообще не читает. Да вы офигели, что ли? Вон, пишите команду игнор. Как дела? Как жизнь? Здоровье? Работа? Коты? Дела хорошо, отдыхаю, смотрю. Е3. Ем, гуляю. Вообще все супер у меня. Вот. Что там еще? Работа тоже прям... Все четко на работе. Коты вообще любят друг друга, меня, я и их. Мы все друг друга любим.
Привет, from Russia with love. Ой, спасибо большое, спасибо. Ты тоже такой бодренький, зелененький. Кстати, у меня подглючивает ноутбук, поэтому некоторые комменты, они как бы в какой-то момент перестают приходить, а потом резко все приходят, и вот такая фигня происходит. Сет, привет. Ивал Вифин. Вызин. Evil вы. Давайте я вас буду учить английскому языку. Evil within. И метро видели. Дайте вам мне уже газету прочитать. А, что у меня гудит? Могу сказать. Это вентилятор для моего процессора. Мой процессор не выгребает в последнее время. Кажется, ему скоро кранты. Вот. А, по-русски писал. Пациенты психиатрической больницы «Маяк» утверждают, что неизвестная организация проводит над ними эксперименты по управлению поведением. Ха-ха-ха-ха! Кто же психом-то поверит? Ха-ха-ха-ха. Ой, блин. У нас, наверное, в каждой психбольнице такая херня происходит. Гудит вентилятор, который... Что делает? Да, within. Evil within. Зло внутри, понимаете? Внутри. Я буду в 4 утра смотреть, конечно. Я уже подготовилась к этому моменту. Спасибо, Майкл. Поменял термопасту. У меня все нормально с термопастой. В том-то и вся веселуха, понимаешь? Оказывается, дело-то не в термопасте. Спасибо, папарацци. Я буду до упора ждать. Вот что, можно поспать перед этим? Или почему нет? О, давайте мы вот это прокачаем. Скорострельность. Да, время перезарядки. Качали уже. А мне завтра не надо на работу. Не, я знаю, что такое Милкейк, но я не матерюсь. Зачем ты так пишешь? Запасы прокачиваю? Вот они. А для кого? Давайте для болтов. Для дробовика. Для пистолета. Для шприцов. Все хочу прокачать. Я полдня спал после работы. А, ну так ты можешь тогда не париться. Ты, наверное, спать и не захочешь до 4 утра. В 11 часов Ubisoft. Кто будет смотреть, скажите мне, покажут Rayman 2 или не покажут? Мне так интересно. Такое классно. Такое классное здесь место, так часы тикают. Вот его штырит. Нет, ладно, ты написал то, что мой процессор делает, а вот... Ой, точнее, вентилятор. Но ты дальше что-то непонятное написал, милкейк. Про себя материться? Ну или когда никто не слышит. No, нет, не туда, не туда, не туда. Нет, нет, не туда, не туда, не туда. Столько новых пациентов, и никто не выписывается. Да, это, конечно, нехорошо. Опа. Как ты знаешь, дело в ней. Если раньше все было норм, а сейчас греется, значит, съехал кулер, его надо переставить. Или вирус. Так раньше-то и не было нормально. Сет. В некоторых играх у меня было нормально, а в некоторых нет. И это происходит с самого начала покупки компа, понимаешь? А игры будут выходить новые, и мой комп совсем перестанет их тянуть.
Я изначально знала, что процессор такой... Не оборачивайся, зараза. Во меня штырит, а? У вас нет и ничего успокоительного. Сохранились. Fine. Так. Что тут у нас? Три ключа, да? Угу. Жижица. Сейчас. Патроны. 20 штук, круто. И здесь еще 10. О, можно за патронами, если что, приходить. Не знаю, сейчас прокачаться или потом. Ладно, давайте потом. Потом, когда вернусь еще раз сюда. О, я была в этом кабинете? Для Макдональдса? Чего для Макдональдса? Да, юбики в 11. Я, кстати, перепутала, думала, что... Думала, что в 8 вечера, а в 8 вечера ПК были. Для ПК Бояринов было. Ты вообще меняла хоть раз термуху? Может, просто кулер не справляется? Ну, лично я не меняла, но вот у меня друг, который мой комп собирал, он смотрел уже. Что-то менял, по-моему. Юбики покажут, как всегда. Очередной Ассасин, For Honor 2, Watch Dogs 3, Crew 2, Tom Clancy. Только это ж хорошо. Ну, для всех, для меня лично нет. Far Cry 5? О, если был бы новый Принц Персии. Кстати, я думала, на этой E3 могут Tomb Raider какого-нибудь показать. Новую часть. Но нет. Почему-то не показали. Да, спасибо, что ты нам рассказал про E3 юбиков. Это похоже на правду. Ну, правда, ты слишком много анонсов перечислил. Он тебе поменял твой прост на свой старый. А кому мне доверять? Я же, думаете, разбираюсь в этих компьютерах. И еще он мне сказал, блин, типа, ты мне говорила, что для стримов? Ну, я ему говорила, мне нужен комп для стримов. Ну, типа, ты не говорила, что ты будешь одновременно играть и стримить. Типа, из-за этого процессор не справляется. Он у меня на 100% почти всегда загружен. В прошлом году? Нет, уже года два назад. Tomb Raider вышел на Xbox вообще-то. И я его сразу прошла. Бедные девки. Это он меня кофем угощал. Тихо. Я боюсь! Это страшный момент! Что делать? По-моему, надо всех перебить. Кто-нибудь помнит? Ну, типа того, что я играю на консолях. А стрим идет через ПК. Ну да, когда я так делаю, кстати, у меня все нормально работает. Ах, как я хорошо стреляю! Ой, блин! Замечательно стреляю. Опа! Я вижу.
Что-то вас многовато. Что он сказал? I'm fine? Я думаю, что она точно не в порядке. Так, сейчас у меня пройдет сложный момент. Я прочитаю, что вы написали. Блин, где можно еще патроны раздобыть? О, на столе. AMD лучше Intel? Этого дебила убили! Чего? Сейчас лагало, да? Ну вот, потому что много персонажей на одном экране, наверное. Нет, в том-то и дело, что AMD хуже. We need to move. Если там Intel i7, например, ну он намного лучше будет. Доктор Маркус, привет. Да, Intel очень дорогие. Не, я вообще про стоимость компа пока даже думать не хочу. Все, у меня сложный момент. Wait a minute. Joseph, are you all right? Yeah, I'm fine. I think you better get down here. Ну, как бы изначально мне мой друг говорил, что AMD лучше, типа он больше, короче, тянет там, например, два каких-нибудь дела одновременно, типа лучше как-то. А теперь он говорит наоборот, что хуже. Я нифига не разбираюсь. Просто мне сказали, что мой комп как бы слишком средненький для стримов. Вот поджигание, вот сейчас сразу понятно, что поджигание в этой игре это очень важно! Ах ты, зараза! Ты, блин, наворачиваться вздумала? Не подходи. Так, этого козла надо вылечить. Вот в прошлый раз он меня подвел. Ну, вроде ничего, стреляю, да? Отдай свой топорик. Есть топор? Блин, лежал топор вроде. Прикольно сказали. Опять лаги, дропы. Не знаю. Но сейчас пройдет этот момент, и лаги закончатся. Наверное. Так, что делать? Они там. Где, блин? А, вон бежит кто-то. Так, топор надо, топор. О, двоих, видали? Нет, бомба, нет! Офигеть. Берегись, у них динамит. Опять? Ты только уворачивайся, пожалуйста. Я только за этого боюсь, блин. О, он взорвался! Так, это все? Кажется, это еще не все. Как это не все? Еще прут. Опа. Блин, они в масках. Это, наверное, более какие-то крутые. Вот этот сейчас, если подгорит. Ай, не загорелся, козел. Гори, гори, гори.
Нахрен роняй свой динамит! Нет! Нет! Во! Есть! Фу, крутой момент. Комп с теми же показателями графена и будет стоить эти 500. А, вы сравниваете Microsoft и... Да-да-да, кстати. У меня к тебе вопрос. Тебе еще разговоры про железо и консоли в чате не надоели? Нет. А тебе? Ну, учитывая, что я планирую новый комп со временем приобрести, то мне такие разговоры даже в тему. Привет, Владимир Гуд! Зачем ставить минималки? Нет, на компах наоборот надо нормально играть, не на минималках. Сейчас уже консоли более-менее крутые стали делать. И 4К, там и 60 FPS и так далее. 40 минут до юбиков. Обещайте мне, что напишут мне, что там юбики показывают. Или мне придется стрим выключить. И пойти смотреть. Почитать про компы мне интересно, но сама собирать новый комп я, конечно, не буду. Ну, я сама собирать тоже не буду. Ой! Она же утонет сейчас! Я тут бегаю. Где-то здесь должна быть панель управления. Слушайте, это что, на время все? Ой, блин, а. Привет, Денис. Все, время пошло. Время пошло. Да, да, двигаю я своей задницей. Только тут проблема. Он у нас не умеет быстро бегать. Бегаем мы только медленно. Ха! На консолях оптимизация лучше, чем на ПК. Это спорный вопрос. Не во всех играх. Ну, в последнее время мне кажется, что уже делаю действительно получше. Когда даже игра такая слабенькая, как Райм, у нас просто на ПК не... На ПК не идет нормально. Ни на мощных, ни на слабых, ни на каких не идет. Накопи 25-30к и дай своему другу, пусть обновит комп. Но я, наверное, буду у него спрашивать. Ой, выставь верхний на 22, а нижний на 5. Хорошо. Да сделай я! Игры, изначально сделанные для ПК, всегда с норм оптимизации. Ну да. Кто разжигает? Чё началось? Я вот всегда пропускаю, когда вы начинаете там ссориться. Так, еще вылечимся, давайте. Потому что я не уверена, что мы сюда вернемся. Заберем все шприцы и все, что тут валяется. Нет, если бы я могла сама.
все контролировать и так далее. Ну, тогда модераторы были бы не нужны. Мне не надо, чтобы вы там между собой тоже ругались. Так что давайте жить дружно. Ой, какой непонятный никнейм, но привет в любом случае. Я Е3 буду сама смотреть, потому что я не успела там настроить, чтобы у меня в окно было. В окно, понимаешь, надо настроить так, чтобы было в окне. А у меня не получалось. Мне объяснили, как это сделать, но у меня уже не было времени настраивать, так что я буду смотреть сама. Сейчас поиграем где-то до 12 или до часу и пойдем по домам. Скоро будет облачный гейминг, не будет ни компов, ни консолей, успокойтесь. Но это точно нет. Слишком большие деньги в этом крутятся, так что будут выходить всегда новые консоли продаваться, и новые компы, и будут продаваться. Акуму во вторую часть? Да, это прям мечта моя. Ну, на самом деле, я еле-еле прошла на Акуму, но все равно бы хотелось, чтобы был такой уровень сложности. Если продашь старое железо, то немного сэкономишь. Да в том-то и прикол, что насчет старого железа, скорее всего, придется братику отдавать, потому что он очень хочет нормальный комп. Сейчас мелкие... Я надеюсь, он меня не слышит. Они в основном играют на ПК. Сколько бы консолей там у него не было, он все равно продолжает играть на ПК, потому что все его друзья играют на ПК. Вот, но у него только ноутбук, а надо, короче, как-то будет помочь в этом плане. Вставь в окно или на балкон сразу, и он еще и нагреваться мне перестанет, да? Попроси друга взять Ryzen 1600 и материнку с оперативку под него. Ryzen? Я ничего не поняла, что ты написал, поэтому попросить этого я точно не смогу. Мне Resident Evil 7 сложнее на последней сложности, чем Evil на Акуме. О, нет. Нет, я прошла. Я прошла Resident Evil на безумной сложности. Сразу. А Акуму после того, как я два или три раза вот эту... Не, вру. Один раз я прошла эту игру, потом запустила на Акуму, и мне было настолько сложно, что просто ужас. Это самое сложное, наверное, что случалось в моей жизни. Kidman, you there? Но так как я эту игру полюбила, я поэтому и прошла. Обожаю подвалы с кровью и трупами в играх. Процессор новый от AMD? И чё, хороший? Сколько стоит? Советуют уже. Уже советуют по полной. Круто, столько припасов валяется. Я знаю, что говорю так, что если веришь мне, то просто попроси его об этом. Ну ладно. Недорогой, кстати, 15 тысяч. Ничего, что я свой процессор за 20 с чем-то покупала, который у меня сейчас. Ха-ха, это как вообще? 15 плюс-минус стоит для игр и стрима самое то за эти деньги. Так а вы мои характеристики видели? То, что вы мне предлагаете, оно будет лучше или нет? Ой! Надо было сжигать его. Что ж я так сэкономить-то захотела? Скорее, скорее, там кто-то стреляет. Да блин, облажалась. О.
Стоп! Это что сейчас было? А, быстрый бег же в этой игре есть! Только сейчас я это поняла. На нахрен, на! Лучше 6 ядер и 12 потоков. Круто. 15 тысяч, все, блин, ну может быть действительно такой? Еще раз напишите, как называется. AMD какой? Когда будешь брать новый комп, бери проц от AMD и видюху от Radeon. Будем играть в пассианс. Да блин, о, не хочу в пассианс. Я хочу в крутые игры играть. В батлуху. Там, я не знаю. Потом выйдет игра вот эта. Anthem. И я хочу в нее тоже играть на ПК. Если бы не ты. Ну да, если бы не я, и чё? А поцеловать? Ладно. Ай, женщины. Сапёра? Приколисты вы такие, конечно. Чё впариваете мне дичь какую-то? Осень будет жаркая на игры. Вот меня всегда прикалывало, в каком виде она здесь ходит, в прозрачной блузочке и вот на таких каблучищах. Привет, Илья. О, подписался человечек. Привет. Такой прикол, вчера подписалась человек 5 или 6. Come back anytime. Hello. Вот, подписалась человек 5 или 6, а в количестве подписчиков уменьшилось где-то на такое же число. То есть, по сути, как будто бы отписалось 10 человек, но... Твич, по-моему, совсем того, это точно неправда. Ну, я не верю в это. Неужели я такая плохая, что 10 человек за один вечер писали? Самая топовая игра — это косынка. Ха-ха-ха. Я так рад, что вы живы. Ой. Начинается. О! Ой-ой-ой, какие большие и противные руки. Да. Чувствую, следующий босс все-таки будет эта волосатая женщина. Чего я больше всего боюсь? Либо пассианс на ПК, либо Майнкрафт на Xbox. Ой, блин, я так вчера угорала. Майнкрафт 4К. И кто-то такой в комментах пишет. Единственное в 4К это надпись Майнкрафт 4К. Что-то такое. AMD тащит. У меня все на AMD. И я рад как удав. Ну вот, у меня отличный... В кавычках AMD процессор сейчас. Можно как-то сделать так, чтобы никто из них не встал? Еще раз. Чего скажешь? Сейчас прочитаю, что Петя написал. Мне не крутится. Не крутится комменты вверх, не могу прокрутить. Петь, чего ты написал? Скажи еще раз. Я тебя там буду доставать. Где там? Как я и говорила, AMD это бюджетная версия NVIDIA по показателям. Ладно, ладно, как скажете. Но я думаю, что я на этот раз уже буду к профессионалам обращаться. За собирательством компа.
прикол вообще? Я для чего эту нитку оставила, чтобы вы, придурки, на нее попались? Да ты бесишь меня уже. Ты сидел до 7 утра? Вот даешь. Так, а мы сюда заходили? О! Смотрите, какое место. Блин, нафига мне эта бутылка? Так мы сюда не заходили вроде. Я тоже, Ардан, уже ничего не понимаю. Все, хватит мне. Хватит, я уже ничего не понимаю, серьезно. Вы завалили меня вот этими терминами, названиями. Вы думаете, я хоть что-то запоминаю? Если вы действительно мой друг, хотите мне что-то посоветовать? Ой, мамочки. Напишите тогда, пожалуйста, ВКонтакте. Сообщение. Привет, Кепточ. Между нами тает лед. Ту-ту-ту-ту-ту. У меня у подруги на работе на звонке эта песня стоит. Не подумайте обо мне ничего плохого. Я пытался поспать, но не смог. О, я смогла. Я еле-еле проснулась, я тебе скажу так. Что-то у меня какое-то плохое предчувствие. По поводу того, куда я иду. Ужасное предчувствие. Что мне делать? Может, не идти туда? Нет, написать ВКонтакте. А мне нравится это Е3. Мне все Е3 нравятся. Теперь мы хотя бы знаем, чего ждать, какие игры будут. Для меня уже штук 5 игр, которые я очень хочу, точно есть. А то, что там будет на Соньке, я даже боюсь представить. Ой, Петь, что за шутки, блин, за 300 начались? Так, Альтаир, давай, не выёживайся. Я не так сделала. Я себя подожгла. Да потухнешь ты или как? Не, серьезно? Почему я сейчас не поджарилась? Ну нахрен этот контакт, я лучше тут посоветую, а дальше уже дело хозяйское. Ну ладно. Спасибо. Сейчас бы поджечь путь отступления. Да, ну... Я не так хотела сделать. Хотела сделать топово, а получилось как всегда. Что? Господи! Статуэтка. Ой. Ворону подстрелила. Я не хотела. Я хотела подстрелить статуэтку. На Е3 Люська идет, только Ubisoft я пропускаю, походу. Привет, Фредди. Слушай, тебя столько раз вчера спрашивали на моем стриме. Какой-то паренек. Где Фредди? Где Фредди? И мы что-то там поспорили. Что-то ничего не поняла. Почему статуэтка на птице летает сквозь стену?
Нет! Босс! О, Jesus Christ. Только не это. Только не босс. Ладно, можно свет включать, уже все равно хуже не будет. Да, начинается жопа. О, не... Она не туда ползет, куда мне надо! А, не сработало! О! Ау! О! Она не должна меня догнать. Черт. Ужас. Привет, Рокли. Чизас Чисис. Как мы тут? Ничего, боимся так немножко. Так нормально. Мне нравятся консоли Gears of War, Halo и т.д. Супер игры. Ради них я покупал, а сейчас все конвейер. Грустно. Ну, так не конвейер, у нас только на PlayStation. Да! Криповая херняшка. Ну, как ты идешь? Опа! Нормально получилось, да? Stranger, stranger. Thank you. Я не вижу. На плюшке. Спасибо. Здесь у моих. Лекс, Альтай, Ардан, салам алейкум. Е3 для меня ничего интересного пока не показал, но жду крутости от Намча, Чепчин, Сега, Sony и Polyphon и Digital. Сколько времени? 22, насрать, я пошел за квас. Круто, спасибо тебе большое, это было очень весело. Ой, блин, не получилось! А-а-а, не получилось. Скотина! Нет, нет, я боюсь, нет! А-а-а! Сколько раз его надо поджечь-то? Ой, блин, тут все горит, что ли? Я не знаю, как это сделать-то. Надо где-то рычаг, по-моему, нажимать. Бочка. Ну давай, иди быстрее. Она не подгорела! О нет, не получилось опять. Черт, у меня Себастьян устает на каждом шагу. Что это как старый пень? Сейчас неприятно. Я слышу ее. Вс
все, пипец. Двигай, двигай жопой. Получилось! Не получилось! О, господи! Не получилось. Все, я поняла. Не получилось у меня. Ой, щит, о, щит. Я все профукала, все. У кого есть туалетная бумага? Вы видели, как я все круто сделала? Ее там закрыла. Там был огонь. Почему она не умерла? Обидно. Ой, не могу. Мы все просрали, Димон. Да. Сейчас скажу про Sony. Куча индюшатины, Destiny 2, Spider-Man, Uncharted, Gran Turismo, Bloodborne 2. Так это же вообще топчик будет. Ну, кстати, может быть, будет не Bloodborne 2. Может, будет какая-то другая игра от них. Last of Us, God of War. Ну, естественно, эпик всего этого Crash. Чего? Как Crash может быть эпиком всего этого? Ардан, ты намекаешь на то, что у меня опять все подлагивало, или ты просто ничего не понимаешь, что происходит? Иди сюда нахрен! Видите, чуть позже надо делать это, спичку. Вот, блин, слишком рано, опять слишком рано. Надо попозже поджигать тела. На! Может, я так и замочу? А-а-а! Она меня обманывает все время! Не дружу с ней. О, получается! Все? Нет, как не все? Тихо, тихо, Себастьян устал. Себастечка, держись. Где ты? О, не могу. Давненько не было от тебя историй. Историй? Я тебе могу про вот эту тетку рассказать. Значит, проходила я вот эту тетку по имени Лаура, и параллельно мой друг проходил тоже этого же босса. Я говорю, о ужас, смотри, что она делает, когда она убивает. Она как бы... как будто бы облизывает лицо, и это все в крови, это настолько ужасно. Он говорит, что? Типа, нет такого. Я сначала не поняла, а потом он мне показал, как он играет. Оказывается, у него, как сказать,
как это называется? Зацензуренная версия? У меня нет, прикиньте. Я так угорала. Как только она убивает, сразу черный экран. А оказывается, что есть две версии, зацензуренная и обычная. То есть вот эта версия, она вот более кровавая. То есть здесь такие долгие добивания, куча кишков, а вот есть, не знаю, у некоторых почему-то этого нету. Ну такая вот фигня. Полужаренного Себаса? Да он и так уже в жопу жареный у меня бегает. Кишки. У меня порно-версия. Боже, она так душераздирающе орёт, а? А почему она боится огня? Кто-нибудь знает? Кроме меня. Чё ещё тебе? Кстати, Last of Us же у нас тоже в России зацензуренный. Ой, не получилось. Смешно. Да чё ты, собака, не горишь-то? Всё, блин, на тебя уже потратила. Волосы жалко. Да, волосы-то у нее шикардосные. Лучше, чем у меня. После смерти у нее волосы лучше, чем у меня сейчас. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, народ подтянулся. Всем привет. Нормально, я делаю. Кажется, она снизу. Тварь какая, а? Ползи отсюда нафиг. Я у тебя кофту? Ну да, я тырю иногда кофты, знаешь, просто у прохожих. Это ты был, что ли? Ничего себе. А, без капюшона. Ну и я сначала тырю кофту, а потом отрезаю капюшон. У меня такой прикол. Ну просто тырить кофту неинтересно. А вот отрезать капюшонку, это весело, по-моему. Так, и до сих пор она не умерла, да? О, мы ее сейчас вот здесь подожжем. Ну все, все, умри! Умри же! Я пнула ее, и она сдохла! Вы это видели? О боже, лол какой, я не могу. Я так долго не могла ее убить, он просто ее пинает, она сразу... Бедненько описывалась даже от страха. Просто мужик взял и пнул ее с лестницы такой сверху по голове. Ладно, все, проехали. Это забавно просто было. Она не сдохла. Слушай, ну я проходила уже эту игру, но я этого не помню. Неужели она будет еще раз? Да ладно. Вот еще мне этого не хватало. Ой.
Я теперь чувствую себя крутым. На во все стороны. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушона капюшон. В капюшоне он смешон. Ну вот я сегодня в капюшоне ходила весь день, потому что у нас дожди, блин. Домой. Пациент, задержка в развитии, проблемы в общении, в социальном познании, патологические цикличные действия, отмечены признаки синтеза. Наследственность предполагает восприимчивость к внешним стимулам и адаптируемость к паттернам. Неужели это тебя я искал столько лет? А ты нашелся прямо у меня под носом. Невероятно. Кажется, он про Лесли говорит. Ошибки быть не может. Он совместим. Все, Лесли совместим. Видите? Да, Лесли. Лесли совместим с ним. Поэтому он может в него вселиться. Вау! Что за чертовщина? Тихо. А, поджечь нельзя. Что-то они какие-то сильные, по-моему, слишком. А, из них надо повыдергивать было. Все, из всех я выдернула. О! Так, кажется, это пошли воспоминания Рувика у нас. Ты говорила, она огня боится. Просто надо было, как всем стервам, валить по чемодану и все. Она огня боится, потому что она когда-то сгорела. Вот в чем прикол. Сейчас, секунду. Так прикольно кажется, что у меня темные волосы при таком освещении. Это, правда, не совсем правдивый цвет, но ладно. Кукушон в капюшоне. Опять комменты задерживаются, блин. Давай, сафарик. Пока, пока, пока. Там Е3 в соседнем огороде начинается. Ой, а почему пауза? А, вот. Цукрёс, привет! Завтра два экзамена в 10 и 13. Однако, здравствуйте. Привет, удачки тебе на экзаменах. Ты будешь сегодня в 4 утра перед экзаменом смотреть конференцию Sony? Не, про файл Е3 я буду смотреть отдельно. Я посплю, проснусь такая сонная. Не хочу, чтобы вы меня такое видели. Кажется, сейчас начнется глава про прошлое Рувика. Вас что-то напугало?